После мытья волосы часто становятся сухими, ломкими и непослушными. К этому приводит использование жестких павов, водопроводная вода, отопление в зимний период. Поэтому мы создали сыворотку после мытья на основе экстрактов водорослей. Она не утяжеляет волосы, не дает эффекта жирности, способствует разглаживанию волоса и легкому расчесыванию. Наносите после каждого мытья на влажные волосы и делайте укладку, как обычно.